Знаете, касательно Олимпиады в Сочи, то раз мы в это дело вошли, мы должны достойно его закончить. То есть, говорят так, be slow to promise and quick to perform. Будь медленным в этих, ну, обещаниях, рассуждениях и быстрым и решительным в исполнении всего этого дела. Олимпиаду надо достойно завершить. Тех, кто на этих объектах очень сильно наворовал, они должны быть, безусловно, наказаны. Они должны быть... Нужны посадки. Нужно, чтобы было восстановление какой-то справедливости. Но если этого не будет, конечно, народ все больше и больше будет отдаляться от власти, и в стране будет плохая морально-психологическая атмосфера. На самом деле, как это получается, что если кто-то там 1000 или там рублей или долларов украл, тот действительно серьезно, допустим, того сажают, а госпожа Васильева после того, как украла миллиарды всех этих, допустим, денег, при этом расхаживает по бутикам. Получается, опять-таки, извините за злоупотребление английскими пословицами, one law for the rich and another for the poor. Один закон для богатых, другой для бедных. Таким образом мы никогда не сделаем образцовой страны. Здесь нельзя давать спуску власти с точки зрения того, чтобы они чувствовали себя слишком уж независимыми от народа. Олимпиаду, в общем, надо достойно закончить и воздать каждому по заслугам. Вот так.